Всем привет, меня зовут Анна, я представляю CCN, консорциум ведущих вузов Китая. Я ваш проводник по платформе нашего онлайн-курса по китайскому языку First Step CCN. В этом видео я расскажу, как войти и освоиться на платформе перед обучением. Начнем с платформы. Платформа находится по адресу, который вы видите на экране. Вы можете проходить уроки с любого удобного девайса – ноутбук, планшет, смартфон или компьютер. Чтобы пройти на смартфоне или планшете, нужно скачать приложение. Пишем iSpring Learn в Google Play или App Store и скачиваем бесплатно. Приложение, конечно, удобнее и мобильнее, но в десктопной версии все же более широкий функционал, об этом чуть-чуть попозже. Теперь про вход в ваш личный аккаунт. Вам на почту отправлены персональные доступы для активации аккаунта на нашей платформе. Проходим по ссылочке, копируем и вставляем логин и пароль. Все просто. После регистрации в личном кабинете вы можете поставить свою аватарку и заполнить ваши пользовательские данные. Если доступы не пришли вам на почту или есть другие трудности с платформой, напишите организатору курса на почту или в самой платформе. Вот так будет выглядеть ваша платформа. В разделе «Меню» «Мои курсы» вам будут доступны две папки. Первая – First Step CCN, это непосредственно сам курс. Вторая – разборы ДЗ, вебинары и подкасты. Как вы поняли из названия, здесь будут располагаться соответствующие материалы. Подкасты будут доступны сразу. Разборы ДЗ и вебинары будут выходить соответственно нашему расписанию. Его вы можете уточнить на сайте или посмотреть на платформе. Чуть позже скажу как. Скорее всего, по ходу обучения у вас возникнут вопросы или трудности. Не стесняйтесь и обязательно связывайтесь с нашим преподавателем. Как это сделать? Например, зайдя в «Мои курсы», в папку First Step CCN и оставив комментарий к программе. Или задав вопрос эксперту, которым является наш преподаватель. Также можно зайти в меню «Сообщения» и написать преподавателю CCN. Помните, я говорила про ограничение мобильной версии платформы? Приведу пример. На десктопной версии вам будет доступен календарь мероприятий с расписанием вебинаров и разборов ДЗ. В мобильном приложении, к сожалению, такого функционала на данный момент не предусмотрено. Но не переживайте, и тем и другим будут приходить уведомления о событиях на почту, чтобы вы ничего не забыли и не пропустили. Что касается тестов и ДЗ, то в десктопной версии они будут оформлены более интересно, когда как в мобильной версии предусмотрен только базовый внешний вид тестов ЭДЗ. Ох да, забыла про ачивки и очки. Во время обучения вы можете получать наши крутые ачивки-бейджики, если будете усердно трудиться, читать материалы и выполнять ДЗ. За каждый пройденный материал вы будете получать 10 очков. 15 очков вы получите за каждый тест или ДЗ. Какие будут ачивки и за что, узнаете, когда пройдете уроки. Сколько очков и бейджиков наберут другие, вы можете узнать это сразу же, посмотрев рейтинг учеников курса и свое место в этом рейтинге. Дополнительные очки можно заработать, просматривая разбор ДЗ, вебинары и прослушивая подкасты по каждому уроку, например, пока вы в дороге. На этом все. Спасибо за внимание.